Проливные дожди обрушились на северо-восток США, угрожая региону катастрофическими наводнениями. Осадки уже размыли много дорог и привели к разливу рек. В некоторых городах выпало более 20 сантиметров осадков. По меньшей мере один человек погиб. В округе Ориндж потоком воды унесло женщину, которая вместе со своей собакой пыталась покинуть дом. При этом более 13 миллионов американцев находятся в зоне риска. Предупреждения о наводнениях выпустили для регионов от восточного штата Нью-Йорк до западного Мэна. Вода просто продолжала прибывать. Когда оставалось полпути до моего дома, я выключила все приборы и вышла на дорогу. А вода все прибывала. В итоге произошло вот это. Другой житель штата Нью-Йорк говорит, что наводнения бывали здесь и раньше. Да, но не такие сильные, как это. Губернатор штата подтверждает, что это бедствие небывалое по масштабам. Небеса снова разверзлись и принесли огромное количество дождя. Более 22 сантиметров для этой общины. Они называют это событием, происходящим раз в 1000 лет. Из-за дождей нарушено и транспортное сообщение. В ряде аэропортов, включая Нью-Йоркский Лагардия и Бостонский Логан, отменили или задержали более 1000 рейсов. Кроме того, железнодорожный оператор Amtrak из-за затопления путей приостановил движение пассажирских поездов между столицей штата Олбани и Нью-Йорком.